Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Родители часто не обращают внимания на дорожную обстановку и тащат свое чадо за ручонку там, где переходить не то, что не положено, а просто опасно для жизни. Прежде чем сделать первый шаг на проезжую часть, нужно оценить обстановку, стоя еще на тротуаре. С начала года в городе Чите зарегистрировано 42 наезда на пешеходов, из которых 17 совершены на пешеходных переходах. В связи с чем хочу обратиться к жителям города Читы и научить, как правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу. И мой вам совет: во избежание опасностей приучайте себя и детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. На регулируемых перекрестках нельзя переходить дорогу на красный свет светофора. Да и на желтый рисковать не стоит, как бы вы ни торопились. На нерегулируемых пешеходных переходах не стоит надеяться на знаки и полоски на дороге. И на водителей надеяться тоже не стоит. Есть только вы, и вам отвечать за то, что произойдет в момент, когда вы встали на проезжую часть. Обернитесь по сторонам, удостоверьтесь, что все автомобилисты остановились и готовы вас пропустить. Прислушивайтесь к своим маленьким пешеходам, зачастую они знают больше, чем взрослые. Расскажи, как нужно переходить дорогу? По пешеходному переходу. А на какой свет светофора? Зеленый. А что надо сделать перед тем, как переходить дорогу? Посмотреть по сторонам. Если нету машин, можно переходить дорогу. А это вот у вас что такое вот здесь вот? Светоотражатели. А они для чего нужны? Светоотражатели нужны, чтобы водители нас увидели в темное время суток. А ты по правилам переходишь дорогу? Да. Да, световозвращатели спасли не одну жизнь. Водители видят человека со светящейся полоской при дальнем свете фар за 350 метров, а при ближнем за 200 метров. Отметим, что наиболее заметна полоска длиной не менее 7 сантиметров. Размещать их можно на одежде, сумке, обуви. Лучше всего видно световозвращатель на высоте 80 сантиметров от земли. Стоит отметить, что фликеры можно купить в любом магазине канцелярских товаров. Берегите детей, себя и будьте предельно внимательны на дорогах.